Всем привет! Всех приветствую на канале Рулим Лима. Сегодня 9 мая. Я хотел бы всех вас поздравить с праздником. Обычно ведь на празднике, да, мы, когда мы друг друга поздравляем, мы желаем друг другу там здоровья и там что-то еще, каких-то благ человеческих. Я считаю, что 9 мая это не тот праздник, когда мы можем пожелать друг другу чего-то, да? Я считаю, что 9 мая это такой день, когда мы просто чествуем военных, мы чествуем наших дедов и прадедов, мы их поминаем и благодарим их за победу. Так вот, все, у кого наполнены бокалы сегодня, неважно с чем, неважно чем ваши бокалы наполнены, будь то сок, либо какие-то другие напитки, давайте просто поднимем бокалы за наших дедов, за наших прадедов, за тех, кто вели, за тех, кто воевал. Скажем им огромное спасибо. Вечно им память. С праздником, товарищи! С Днем Победы!